А в Арсеньеве прошло открытое городское первенство по киокушинкай карате. В нем приняло участие 160 спортсменов Центрального и Северного Приморья. Как утверждают последователи этого стиля, именно отсюда 30 лет назад стало распространяться это направление единоборств. Его основоположник в Арсеньеве Василий Бех и сейчас возглавляет местную секцию. Уровень соревнований позволяет присваивать спортивные разряды от начальных до первого, поэтому так много новичков. И если в спаррингах кумите допускали спортсменов с желтыми поясами и выше, то в ката, боях с воображаемым противником участвовали все каратисты. Больше всего наград увезла команда Лисозаводска. Успех обусловлен преемственностью поколений среди воспитанников, победителей чемпионатов мира и других международных соревнований. Я в мае месяце 2018 года стал бронзовым призером Европы чемпионата среди ветеранов. А мои воспитанники вот в декабре месяце в городе Артеме проходили первенство чемпионат Приморского края. Мы 27 комплектов забрали кубков и медалей.